Всем привет, друзья, подписчики моего канала. Добро пожаловать. Сегодня вышел прокатиться на велосипеде. Погодка уже зимняя, снег. Детский садик, где я проходил, так сказать, места заключения, да? Такой совдеповский детский садик. Ворота, кстати, ворота все еще те же, как раньше были. Я их помню со звездой. Машин не ставить. Ну такой детский садик, кстати, довольно-таки неплохо. У нас их три в Реутово. В одном из этих детских садиков я проходил, так сказать, мое детство тут прошло. Эх, сразу такие воспоминания нагрянули. Ну ничего. Ностальгия — это хорошо. Погода где-то минус 5-10 градусов. Вообще на термометрах минус 5. А едешь, так и все минус 10 чувствуешь. Так что сейчас пойду прокачусь по Реутово. Куплю носочков, зайду к бабушке. Шерстяных, если они там сидят. И заодно покажу вам ракету. Новый монумент поставили у нас в Реутово. Посмотрим. В целом, вот мой байк. Взял с собой чайку. Лайтовая покатушка. Думал, со мной поедет мой друг Денис, но он отказался. Ну, у него насморк или еще что-то. Постоянно какие-то такие у меня происходят проблемы при выезде на велосипеде. Ну, это как бы уже дело его личное. Так что смотрим, не переключаемся, кому интересно. Ракета «Метеорит», разработана академиком Владимир Николаевич Челомеев, главным конструктором НПО «Машиностроение». Эта ракета, кстати, путешествовала по выставкам много раз. Даже у нас, когда еще в 90-х годах все-таки Реутов был секретным городом, эта ракета уже стояла как макет у нас на площади. Ныне площадь академика Челомея называется. В общем, сделали обилие такой металлической конструкции. Получилось, что типа хвост ракеты, пламя и сама ракета взмывает ввысь. На мой взгляд, очень красиво получилось. Но вокруг еще, правда, не доделали, тут идет стройка. Вот. Будем ждать, пока тут облагородят территорию. Ну, перчатки чьи-то валяются. Не нужны никому перчатки, ребята. Ну, вот такая вот ракета. «Метеорит» написано. Под крылом самолета. О чем-то. Нифига себе, размах крыльев. Такой довольно-таки большой. Надеюсь, меня не убьет током. Провода какие-то торчат.
Так что, кому интересно, почитайте историю Реутова, историю Наукограда. Можно даже посмотреть фильм, могу вам посоветовать, документальный. Он называется «Великий конструктор», академик Челомей. Точнее, «Секретный конструктор». Очень познавательный документальный фильм. Узнаете много о нашем городе. Ну тут вообще, по моему настроению, закрытая территория. Вход по пропускам. И, кстати, там находится музей имени академика Челомея. И странно, там сидит его восковая фигура даже. Не буду проводить аналогию с Лениным, но он там сидит за своим рабочим столом, разрабатывает чертежи, вечно живой. На самом деле гениальный конструктор был. Разработал много ракет с раскрывающимся крылом, одна из них метеорит. И такие ракеты, как Яхонт и Гранит, тоже были разработка КБ по машиностроению. Кстати, 15 ракет Гранит находилось на погибшей атомной подводной лодке Курск. Одной ракеты Гранит было достаточно, чтобы потопить современный авианосец. Вот. Ни одна из них не сдетонировала, слава богу. Поэтому не усугубила ситуацию. Вот. Пойду прокачусь вокруг парка. Ёлка в Реутове уже вовсю стоит. Правда, гирлянды по вечерам, не знаю, горят, нет. С Новым годом вас, друзья! Скоро Новый год! Поздравляю всех наступающих! Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего в вашей жизни. Добра и позитива вам. Что там, куля? Много. О, собака, собака всех напугала. А вы не знаете, у них это лампочки-то горят ночью? А, ну, наверное, раз уже есть, да, га. О, сколько голубей. Ну да, с наступающим вас Новым годом. Счастья, здоровья и добра вам. Так что, возможно, батарейка, правда, быстро садится, так как зима все-таки на улице. Поэтому сейчас поменяю и поедем дальше. Лед, кстати, уже потихоньку... Да, он лед встал. Здравствуйте. Я обещал к вам приехать за носочками. За теплыми. Вот это то, что да, это все шерстяное. Они тянутся до 44. Ну все, 43-й пойдет, я думаю. Все мы понемножку. Потому что у меня 44, они тянут. Один носочек, один я сейчас еще дешевле сказал. Это иди, а какие дольше? Они все одинаковые, все вот эти толстые. Не, я просто брал, они долго держатся. Я вам почему и спрашиваю. Они все у них чутье одинаковые. Ага, вот эти возьму. О чем они? Ага, беру. Что, я ненормальный? Я не верю, что ли, понимаешь? Зачем я буду говорить? Сказала, не сказала. Я никогда не буду говорить. Да. Вози, ради бога, без садов. Я никогда никому не имею права сказать. 500 рублей у вас будет дача? Ни у кого не имею права сказать. Давай-ка, не ругайся на вас. Я не ругаюсь, я разговариваю. Она не имеет права сказать. Ты, блядь, успел бы 40 минут потащить эти трусы. Мои. Вот какие эти трусы? Какие мои, трусы? Мои. Да, твои. Бабка, твое видишь? Производство. Заткнись. Какие заткнись? Вообще отлично. Я пришла, пришла. 50 рублей вам в подарок. Нет, берите, берите. На Новый год. Все, возьмите, потому что скоро Новый год, вам счастье, здоровье. Ну, я пенсию получаю. Я буду предстаровать. Ну, дай Бог вам здоровья и твоим родителям. Вам тоже. Добра, счастья. Родителей нету, все поняли. Да. Зато дочка есть. Ну, дочке доброе здоровье. Вот самое главное. Капуста? Да. А, да я пока соленую не хочу, если честно. Ты. Спасибо большое. Тебе подарок. Спасибо. С наступающим вас Новым годом. Добра, счастья вам и здоровья. До свидания. Пускай это будет от 700 рублей.
350. Так, друзья, купил носочки, остановился у нас на площади Победы. Вот такие вот носочки с Мишкой. Поддержим отечественного производителя, поддержим бабушек, 250 рублей. Носки шикарнейшие, теплые, все ноги мерзнут. На сильный мороз как раз то, что надо, одеваем и забываем про то, что такое холодные ноги. Отличные носки, 100% шерсть. Так что кто живет в Риоту, на станции бабульки продают шикарнейшие носки. Вот. Сейчас посижу чуть, чайку попью. Всем приятного чаепития, друзья. Какие планы? Ну, зимой кататься, соответственно, режу. Буду, как вы видите, видео у меня в основном выходят обзоры, да? Ну почему? Во-первых, потому что работа. У нас сейчас пошли очень большие продажи спортмастера. Люди покупать коньки скоро будут, лед стал, уже лыжи пошли. Поэтому меньше выездов, но зато больше продаж, больше работы, больше денег, соответственно. Вот, зимой у меня по большей части работа начинается, а летом, конечно же, попроще. И график, вот, и больше свободного времени появляется. Поэтому, извините, друзья, что так редко видео выходит, но что поделать. Работа. Работа, еще раз работа. Да и в принципе зимой на улице-то особо. День короткий, то есть вот сейчас вот еще светло, время там час, да? Буквально через 3-4 часа уже начнет темнеть. Казалось бы, да? Световой день очень короткий. Поэтому сейчас попью чайку. Я потихонечку уезжаю ближе к дому, потому что все-таки есть кое-какие дела по дому. Убраться, полы помыть, пока один живу. Вот. Надо поддерживать такой порядок. Да и покушать приготовить. Возможно, сегодня увидите какое-нибудь новое блюдо. Подумаю, может быть, что-нибудь вкусненькое приготовлю. Нужен рецепт. Если есть какие-то у вас пожелания, пишите в комментариях. Приготовлю. Только самое главное, чтобы это не было связано с выпечкой, так как у меня нет духовки. Вот. Все остальные другие блюда. Мексиканские, китайские. Пишите, по возможности приготовлю. Все, друзья, увидимся в новых видео. Всем привет. И всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Пашка, если смотришь, тебе тоже привет из Риотова. Привет, Миша Крутихин, если смотришь. Ну и всем друзьям, подписчикам. Всем, кто меня смотрит. Всех, кого я смотрю, то всем привет, ребят. Счастья, добра вам, самое главное, и радости. Потому что скоро Новый год. Надеюсь, он принесет нам счастье, здоровья, удачи, как обычно. Так что до новых встреч, друзья. Увидимся на канале.